Привет, друзья, это проект «Русская Америка». Сейчас посмотрите, какая интересная реклама. То есть проблема Нью-Йорка – это паркинги. И вот один из паркинг-гаражей, не будет слышно, я буду ближе подойду просто. Один из паркинг-гаражей, вот, паркинг-фест называется. У них сеть паркингов, они сделали рекламу, написано «Перестань молиться, Бог слишком занят», чтобы найти вам паркинг-место, паркинг-спот. И как бы эта реклама расположена, получается, прямо на паркинге на большом. Ну и человек, конечно, здесь не может найти парковочное место. Это большая проблема, особенно в этом районе, Мидбакете. Ну и они видят эту рекламу и паркуются. Ну, очень креативно.